Мой совет что вам? Не работайте ради денег. Чем вы занимаетесь, должно давать вам 5 вознаграждений. Но на первое место потратьте время, займитесь только то, что позволяет вам быть реализованным человеком. Во что вы чувствуете свою личную миссию? Во что вы испытываете в глубине своей души? Жизнь посвятите только тому делу, тому работу, который позволяет быть реализованным человеком. Второе. Займитесь только то, что дает вам умственное вознаграждение. Работайте только тогда, когда вы чувствуете, что эта работа помогает стать умнее. Третье. Займитесь только то, что дает вам душевное вознаграждение. Она реально вас вдохновляет. Вы почувствуете, вы однозначно это будете почувствовать. Именно то дело, которое вы себя не принуждаете. Ты можешь этим заниматься 24 часа и не чувствовать усталость. И другие будут удивлены, когда смотрят на тебя, как это ты раскрываешься, как цветок.